не страшно, мне пипец как страшно. Будоури, друзья, куда бы? Будоури, друзья. Анатолий, как зовут еще раз? Меня зовут Кристина. И Кристина. Да, Анатолий и Кристина. С Богом. Потихонечку, плавненько. Ты мне скажи, если сильнее надо. Тянуть типа? Ну да. Тяни максимально сразу. Главное не падать. Тут же тоже там надо как бы. Не, ну я главное в узах только не запутать. Чтобы не упасть, разворачивай. Назад. Внимание. Вот сюда, смотри, куда я поставлю. Вот это. Ага, я поняла. Куда пока? Почему? Вот так убежала быстрее. Тело. Тело? Спасибо.
получается, под нами тоже будет стройка, да, еще? Если это все будет дома, вот видишь, это поле. Ага. Оно все распаивает. Это все распаивает. Но везде будет, это, конечно, не очень хорошо. Так. Хотя люди там будут. Наталья, спасибо большое. Ой, держим. Потянет немножко, да. Ну, вот так идет. Стопку уберу. Поздравляю. Спасибо большое. От души, понравилось, я думаю. Очень-очень. Спасибо, Костя. От души. От сердца, так. Держи. Поздравляю. Я такая немножко заморожена. Нормально, спасибо нормально. Большое. От души. Очень приятно. Кость, спасибо большое. Пожалуйста. Обращайтесь. Мужей своих подбивайте тоже. Это не, что они? Они не согласятся. Вас отправили в разведку, получается. Мы сейчас к ним поднимемся, будем кататься. А, они наверху остались? Ну, они сейчас на лыжах. Слабаки, скажи, Дима. Нет. Нетушки, наши любимые мужчины. Вот теперь пусть они повторят то, что могут женщины. Это очень красиво. Спасибо. Спасибо большое.